Всем привет, друзья! Меня зовут Антоха, я рад приветствовать вас на моем канале. И буквально вчера все-таки Spy ребята обратно нас порадовали в 2018 году после Assassin's Creed Origins. Это Need for Speed Payback. Я ее, конечно же, себе скачал, у меня репак от Куба, и я не могу пройти мимо, и чтобы не показать вам, как это что. Вместе с вами сейчас я установлю, посмотрю. Оставлю ссылку в описании. Вы обязательно поставите палец вверх и подпишитесь на мой канал. Итак, что по установке? Установка да более простая, в принципе, как и у всех игрушек и у всех приложений. Выбираем директорию, куда мы хотим установить игрушку. Смотрим, хватает ли нам места. Смотрим, отмечаем галочки, чтобы не установить всякую херню. Так, требуется как минимум 32 гигабайт. 32-300 гигабайт будет весить она на моем локальном диске D. Выбираю язык, конечно же, русский. Полная установка, это можно свернуть, и пошла установка, сейчас он по чуть-чуть будет раздупляться, потому что еще нету осталось времени, и пишет, что осталось времени 20 минут, но я, конечно же, в это верить не собираюсь, может быть больше, может быть меньше, в зависимости от нагруженности системы, как она будет себя чувствовать, и я немножко подожду, и вернусь, когда игра уже установится. Ну что ж, вот установка и подошла к концу. Осталось времени 1 секунда, 0, все. Сейчас он, по идее, поустанавливает, как обычно, директы, Microsoft Visual Credits. Может, и ничего не поустанавливает. Так. Обновим. Заходим в пуск. Need for Speed Payback. Я уже победил. Вы просто пока не в курсе. Тут первый до аэродрома. Про дороги речи не было. Я вас буду знать хорошо. Это же вроде дружеская гонка. Это и есть по-дружески. Кто последний моет раву машины? Ставка серьезная. О, маска Фирадо. Вот дело с Винета. Так ведь? Нашего крупнейшего дела? Ну а то. Пора бы поднажать. Осторожно! Не думай, что всегда так будет. Я всегда на шаг впереди. Решено, Морган. Ты поведешь приз. Я надеюсь на тебя и твою команду. Ну что я говорил? Лина Наварро лучше всех решает дела в Сильвер-Роке.
Да. Красиво звучит, Раф. Ты все это сам собрал? Если уделить время и внимание, художник из любого лома может сделать суперкар. Ну все, ребята, вы знаете, что теперь делать. Гуляем? Тренируемся. Погнали. И кости. Мы, рожденные в тени казино, испытываем удачу на скорости 100 миль в час. Все на местах? Джесс? Что за пределами трассы? Мак? Атака Мака готова к выезду! Ты назвал машину Атака Мака? Она сама себя назвала! Раф, привози мне машину, остальное моя забота. Сделай нас богачами, Тайлер. Вижу отметку. Шулер здесь. Ты посмотри! Ну что, отличный день для гонки. Люди ставят 4-1, что ты займешь первое место. Этот прототип меня не подведет. Вопрос в том, справишься ли ты? Электромоторы, V8 с двумя турбинами, все это дает... 1500 лошадей.
Да, я справлюсь. Хо-хо, молодец! Уроки учил. Теперь слушай. Второе место мне не даст ни хрена. Понял? Я вижу, ты парень горячий. Не облажайся. Он что-нибудь подозревает? Ничего. Мощности момент! Рамовский мустанг и рядом не стоял. Таня, ты мне как брат. Но я тебя сейчас так не напишу. Говорят, ты лучший гонщик в городе, Морган. Докажи это. Черт! Дай, готовься. Нужно попасть на точку встречи на высокой скорости. У нас всего одна попытка. Когда заедешь на трамплин, пути назад не будет. Мак, подхожу к месту встречи. Надеюсь, ты на позиции. Почти доехал. Почти? Ма! Выравнивай машину и газ в пол. Верь мне! Вот оно, ребята. Не подведите. Мак, я на подходе. Стартовая площадка готова. Прыгнуть на суперкаре за 2 миллиона долларов! Сделано! Можно я напомню, как сильно я тебя ненавижу? Морган, ты сейчас едешь на наших деньгах. Достать машину Рама. Принято. Объект направляется на стоянку казино Фортуна. Диспетчер, преследуем угнанного Ригера, код 3. Внимание всем ведущим погоню! Ригера чрезвычайно ценная. Задерживать с минимальными... Джесс, у меня на хвосте коп! Езжай дальше, я скоро буду. Что бы ты ни задумал, прекрати. Верни машину. Пригнулся? Еще как! Атом 1-13, прошу сообщить местонахождение. Говорит А-13, видим нарушителя, он Биллионер Роу. Внимание всем, Адам 1-13 возобновляет погоню. Я Адам 1-13, иду. Джесс, ты где? Держись! Джесс! Я закрою, дровяк! Один готов, осталось полотдела. Волнуешься? С тобой? Никогда! Начиная погоню за темной боевой, перейдя раньше нашей машины. Прошу подмогу по Ригере. Принято, Адам 13. Преследуйте М5. Они у меня на крючке. Буду их от тебя уводить. Они весь район блокируют. Надо срочно от них избавиться. Хочешь по-взрослому играть? Задержать ее не удается. Принято, Адам 13. Применяйте к М5 стандартную тактику преследования. Морган, почему не отогнал машину вправо? У меня все еще копы на хвосте. Надо как-то от них оторваться. Есть идея. Даля, Джесс, идите ко мне. Еду. Увидимся там. На месте. Я тоже. Мак, ты как там? Пора вас отсюда выводить. Есть! Получилось! Оставить приз Раму. Давай домой, брат! Я задержу копов, Тайлер. Гони! Хорошо водишь, Морган.
Не зря я с вами рискнула. Тайлер Морган, 23 года. Мать Сильвия Морган, отец неизвестен, печально. 6 месяцев в колонии за неосторожное вождение. Я лучший гонщик в городе, на одной из быстрейших машин в мире. Хочешь поймать? Удачи! Зря ты со мной в такие игры играешь. Какого черта? Что происходит? Я еду! Раф! Стритрейсеры здесь. Я видела, они взяли эту машину. Спасибо, офицер. Что ты сделала? Раф тебе не сказал, что там под капотом? Мои покупатели платят за это кучу денег. Ты за это заплатишь, Наварро! Копы уже в пути. Дом передает привет. Эй, что случилось? Наварро. Мак, обеспечь подмогу. Я отвлеку копов. Но... Давай! Спасибо, друзья, что были со мной. Это был такой маленький обзор, установочка и все остальное. Need for Speed Payback, который взломали ребята из Spy. Ссылочку я оставлю в описании. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, следите за новостями и пока-пока.